Привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Playtime. Меня зовут Петр, и сегодня мы начнем играть игру Among the Sleep, то есть во время сна. Все когда-то были маленькими, боялись темноты и оставались одни, и им стало все страшнее. Наше воображение просто пугало нас, все, что какие-то формы, какие-то страшные вещи, бывало, что до такой степени нас воображение приходило в реальность, что мы прятались под одеяло, там, я не знаю, у кого как было. Ну, не может, и не все прям уж боялись, но большинство точно. И вот разработчики Krill by Studio предлагают нам такую историю, поиграть за двухлетнего ребенка, девочку, пережить ее страхи, боязнь, когда также ее воображение будет приходить в реальность, и отличить ее реально это или нет, просто придется нам. Так что давайте начнем, и если вы смотрите более ночно, то обязательно выключите свет, оденьте наушники. Я думаю, что немного должно цеплять, а если будет отлично цеплять, то игра вообще супер. Давайте поиграем в эту страшненькую историю. Понимаю, мы начинаем. Careful. It might break. Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. А что может быть с ним не так? Он отравлен? Так, отлично, мы можем поиграть в мячик. Супер. Let's see. There and еще мы можем there. Поиграть со счетами. Perfect. Посчитать. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. Да ты че? Happy birthday, sweetie. Wow, 2 years today. I think I know a little someone who's ready for some cake. Chugga 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 choo choo. Here it comes through the tunnel. Choo choo. Ну вот, самым интересным прервались, кто-то пришел. I'll be right back. Ну вот, мам, ты чем напихала торт? Меня плющит. Алло, мамуля, вернись. Мячик, мячик. Look what I found. I wonder what it is. Why don't we go upstairs and find out? А, мой мячик. Как ты могла так сделать? How much cake did you have? Ну
Let's see what's inside. Maybe it's a new toy. Okay, sweetie. Be a dear and play for a bit. Ну вот, я так не играю. Опять на самом интересном месте снова вас прерывают. Оба-на. Там что-то живое. Ну что, малыш, пошалим. Пока мы остались одни, нас никто не будет отвлекать. Так, почему-то, интересно, кнопки не показываются. Но я думаю, что мы разберемся. Окей. Кто тут ходит? Карабкаться, наверное, пробел. Отлично. Оп! Звуки какие-то. Опа-на. Отлично. Я думаю, нам этого хватит. Так, коробочка. Ах, нифига себе. А где мой подарок? Сейчас начнем плакать. Она пустая. Ну ладно. Поиграем пока, что ли. Круто. У кого в детстве был такой паровозик, тот был счастливчик. Так, ну ладно. Еще счеты. Мы любим считать. Оп. Так, ну ладно, ладно. Может стать какие-то буквы. Ах, вот ты где. Hey, you found me. Ну типа того. My name is Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Гадя Петрович хреново. Потерялась я. Not much of a talker yet, eh? Let's play a game. Ну давай поиграем. Какие проблемы? Чё поиграем? I know. I'll hide the pink elephant. Блин, мама сказала. Так, не перебивай меня, подожди. Мама сказала, что новая игрушка. Ты какой-то весь штопанный, слушай. Это подстава. Come here. Turn around. Это реально штопанный. Так, закрыть глаза. Совет, нажмите escape, чтобы прикрыть глаза. Окей. Какие проблемы? Что дальше? There. You can look now. Это типа ты так спрятал слона, что ли? Слабо ты прячешь, я уже вижу отсюда. Вот он, вот он. You found it. Нашла его. Не нашла, нашел, понял. Шлон слон какой-то штопанный. Wow. Is that a music box? Does it work? Ты чё, секонд-хенда игрушек, что ли, не пойму? Все штопанные. Так модно сейчас. Ну, и чё? That's a nice melody. Так, а я тебя мячом луплю. Смотрите, можно мяч пинать, типа. Давай поиграем, Играем давай. Мишутка. Михал. Михаил. Михалыч. Ну, окей. Ну и куда ты пошел? What's this? Ну, книжка вроде как. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink, they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fare thee well. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
Хочу его перевернуть. На голову тебе хочу его одеть. Подожди, не шевелись. Как-то можно переворачивать. О-о-о-о-о. Братюня, давай, давай. Does it run? How do you start it? Вот так тебе лучше. Вот так он работает. Round and round and round. Книгу бросил. Как ты мог вообще? Hey, интересно, он будет с коробкой ходить на голове? Давай погуляем, пошли, Ну ладно. Окей, погнали. Темное место? Да ты издеваешься. Мне еще 2 годика. How about шкафа? Да я боюсь, типа темноты. Ты че, гонишь, что ли? Медведь. Михалыч, ты че так путаешь? Мне не 20, а тут всего 2 годика, блин. И ты хочешь меня в шкаф запереть? И что мы там будем делать? Давай. Так. It has to be darker. Shut the door completely. Вам страшно? То, что нужно, ты издеваешься, натуре. Ты издеваешься. Не пойду я туда, понял? Тут нет чудовищ. Ну да, прикольно. Ну и ты мой шлатенький. Ну погнали, чё? Просто почему я знаю кнопочки, ребят? Просто я посмотрел управление вкратце. Какие кнопки что отвечают. Так что, в принципе, полегче. Потому что это нон вообще, и это бред. Я не думал, что есть такие подсказки будут по счёту кнопок. То есть что это такое? Это, блин. Я случайно, мы не в Нарнию играем? В шкафах тут ходим. Ну ладно. Поменять кто-нибудь лампочку? Что с ней не так? Будет нам страшно или нет, я даже не знаю. Но Пугимен придет за нами. Так, мы вернулись обратно, что ли? О, мамуля, привет! Да мы тут они байки травим. В шкафу. Hello, Mr. Bear. Nice to meet you. How are you today? You've got to stop hiding from mommy. I hope you had a good birthday, hon. Ну, очень, особенно игрушка, которая новая, почему-то она не новая. Она в заплатках. If you go to sleep now, you can wake up early tomorrow and play with your friend all day. Да ты чё? Ну спасибо, спасибо. Баю, баюшки, баю. Every little boy and girl are sleeping now, all over the world, and they're waiting just for you. We shouldn't keep them. Good night, hon. Спокойной ночи. Ну да, подумаешь. Кто-то нашего медведя тащит. Что такое? Можно дальше спать, конечно. За дверь утащили. Вообще замечательно. Приснился же мне такое в детстве. Или, блин, увидев я такое. Да я вообще никогда в жизни не спал бы больше. В
Оба-на! Мама! Кто выключил свет? Так, ну вот, ребят, начинаются наши воображаемые чудности. Только я не знаю, это правда или нет. Все за правду. Так, ну все, начнем. Сосредоточимся, станем серьезней. Нажмите QE, чтобы... Ну, понял. Ну, пока не страшно. Какой смышленый ребенок. Оп! Пустите меня. Где тут бугимен? Да, пустите мне его, я его порву сейчас. Но там темно, туда я не пойду. Не-не-не-не-не, ни за что. Мама, ты, это ты? Голос очень похож. Как открыть? А, окей. Оп. Thank you. Something's not right. We need to find your mother. Окей. Давай найдем нашу. Мама, ты где? Том здоровенный, блин, живут вдвоем, что ли? Упс. Звуки-то какие. Да ты еще меня тут будешь пугать, не шептать мне под ухо. Ты прекращай это, Михалыч. Двери. Что шкаф не закрыл? Так, ну я помню, что мы отсюда поднимались наверх. Вот здесь это должно быть кухня. Пока вроде спокойно все. Ого! Эй! Так. Что-то начинается. Эй, братюнь, ты здесь? Вернись, я с тобой поговорить хочу. Так, наш рисунок. Мишка и мы, да? Ладно. Нет, если я был ребенком, я бы так не ходил, конечно. Ну ладно. Что это такое? Хорош такие звуки издавать. Бля. Что это было? Давайте проверим. Пока нас что-то серьезное не сожрало. Че, яблоки? Кто яблоки побросал? Нифига себе, яблоки больше, чем я. Ну, учитывая то, что мне 2 годика всего, да. Холодильник так разморозите, ребята. Мама, тебя не научили холодильник закрывать? Бля, стул. Так, о, вижу стул. Работает. Ну-ка. Оп. Вижу дверь. Отлично. Кто-то уронил посуду, блин. Кто-то ходит тут. Есть. Миша, ты здесь? Кто там? Кто там писает, что ли? Смачно. Ботинки. Не-не-не, ты вернись. Ну, нет, шкаф нам не нужен. Куда ты уехал? Вот так. Мам? Мам?
Мамуля. Так, Миша, мы с тобой пойдем. Что-то мне как-то это не нравится. Это наше сердце так бьется, похоже. Если что, бежим сразу, ломимся конь шкаф. Мам, ты здесь, нет? Hello? Кстати, я смотрю, везде рисунки разбросаны. Вот здесь, типа, не знаю, кто, если какое-то чудо-юдо. Мама, мы и чудо-юдо какое-то. Это Бугимен, точно, Бугимен. Он вернулся. Так, еще дверь. Так, стул. Стулом мы можем пользоваться, отлично. Ты ё-моё. Так, отлично, мы можем заверить наверх, но... Шкаф. Давайте попробуем пройти в эту дверь. Дверь, я не знаю, стоит закрывать, нет? Я вообще не вижу смысла лазить по шкафам, по всем. Так, это закрыто или что там? Опять рисунок. Ага. Намек понял, Кэп. Так, Миша, иди-ка ко мне. Так, мы добрались до мамы. Надеюсь, до мамы. Мама, ты здесь? Мама, мне страшно. Мама, проснись. Мама, твою дивизию. Так, подкрой. Мама! Алло! Ее нету? Ах ты! Бля, что делать? Миша, я тебя убью. Михалыч, это ты во всем виноват. Довел ребенка. Фу, ладно. Идем дальше. Ни хрена себе. Так, может это мама? По голосу вроде... Она. Стоп. Да мы тут были же. Мам. Бля. Я чё за хрень? Мурашки пошли по телу, это хорошо. Так, мы приближаемся, похоже. Это что, это... Пароход другое измерение? Миша? Ого-го! Да, я откуда знаю. Так, на силуэт матери похож. It's her, but it seems more like a memory. Mm-hmm.
Только не говорит, что выхода теперь нету. Не, мы долго спускались. Не, не полезу наверх. Так, она поет. Да, круто мы забрались. В какой-то канализации. Была, не была. О, это путь никуда. Хо-хо-хо-хо. Обалдеть. Да вроде бы. Интересно, где мы? Михалыч, ты не в курсе? Да, я тоже об этом спрашиваю. Может, это не знаю, царство Бугимена? Или что-то в этом роде? Ребята, ну вот так вот мы начали играть игру Among the Sleep. С вами был Петр. Если вам понравилось это видео и хотите дальше продолжения, ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии, мнения. Всем удачи, всего хорошего. Пока.